А вот вокруг реконструкции Краснодарского аэропорта сегодня разгорелись споры. Некоторые СМИ сообщили о том, что из-за ремонта взлетно-посадочной полосы воздушную гавань на время могут закрыть. Однако в Базелаэро опровергли эту информацию. В официальном письме говорится, что работу аэропорта останавливать не будут. В случае необходимости создадут так называемые технические окна, когда полеты ограничат в определенные часы. Все это связано с тем, что отремонтированный аэродром могут не успеть сдать в срок. Это должно произойти в сентябре. Источник, приближенный к подрядчику компании «Транстрой», сообщает, что реконструкцию полосы завершить к этому времени успеют, а вот получить заключение Ростехнадзора нет. Вот что говорится на официальном сайте «Транстроя». В настоящее время на объекте «Транстроем» ведутся дополнительные работы, возникшие в связи с корректировкой заказчиком планового положения периметра аэродрома. В результате переноса границ общая длина ограждения с периметральным освещением и системой защиты составила почти 23 километра. При условии своевременной передачи заказчикам необходимой рабочей документации производства работ завершить реконструкцию планируется в третьем квартале этого года. Разногласия между заказчиком, администрацией гражданских аэропортов и подрядчиком возникли на почве денег, сообщают СМИ. Непонятно, кто будет финансировать незавершенные работы. По этому вопросу региональные власти обратились к президенту страны, который, в свою очередь, поручил проблему Министерству транспорта.